Да, открывают новогодние праздники, чем заканчиваются. Кто-то тут хорошо отметил себя, как полагается. Классика жанра прямо в столб. Прямо в столб. Классика жанра. Как это так? Подушки безопасности сработали. Подушки безопасности сработали, все как полагается. Трезвый ли он был? Не знаю. Или она? Шоколадка вот. Спросим инспектора. Друзья, трезвый ли был водитель? Не подскажете? Трезвый ли был? Вы про ДТП спрашиваете? Да. Водитель, когда мы приехали, был пьяный. А, все, вопросов больше нет. У меня больше нет вопросов. Когда он выпил после или перед, я хрен его знает, не знаю. А дело не в этом. Я просто как раз и спрашиваю, ну трезвый же так не заедешь. По трезвоту так не заедешь. То есть много ли таких аварий сейчас Новый год? Получается, до хрена? Да нет. Не так много, да? Я статистику по городу не знаю. Ну вы как-то все так скромно, так все тайно. Да знаете все, что скрываете-то? Говорите как есть, до хрена. Ну ладно, всех благ. Короче, видите, как вот бывает. Ну, не садитесь вы пьяными за руль-то, ёшкин кот. Вы же понимаете, что это ловушка для беса. Он сразу же. И главное, понимаете, почему сразу в столб? Такая, типа, классика жанра. Бес-то, который вселяется в душу человека, он не то чтобы в сугроб направляет автомобиль, он знает, что надо направлять-то куда? В столб. И это классика жанра. Все время в столб. Вот я сначала раньше задумывался, почему именно все время в столб езжают. Да потому что это самое, как бы сказать, классика жанра. Максимальное увечье, максимальное. То есть если скорость большая, это все, человека может не быть. То есть, а его задача, беса, который сидит внутри человека, и управляет сейчас уже не человек, но человек уже там пьяненький, а уже этот бес. И бес знает, куда ему надо. То есть ему надо в стол обязательно. Ну или там, допустим, любое там препятствие, там стена, еще что-то, в соседний дом, чтобы еще больше, чтобы еще кого-то там потаранить. Часто мы видим, как на перекрестках он влетает автомобиль в какой-нибудь дом, забор прошибает и стену дома. Вот о чем речь. Страшное дело. Я вот так тоже сейчас вот задался просто вопросом. Думаю, ну разве трезвый можешь так улететь? Но это редкость, очень редкость. Пьяный все-таки. Ну или пьяный там. Ага, голубки мои золотые. Вот о чем речь. Садился ли я пьяный за руль? Когда я купил свой автомобиль... Вороньё-то, а? Я сказал себе, и не только себе, мы коньяком отмечали тогда. Я лобовуху коньяком поливая, говорю, что пьяный я никогда не садился. Ну, однажды только я сел выпивший, однажды за руль. Я перевез автомобиль с одной стороны дома, на Черной речке я жил, во дворик туда, внутрь. Это был единственный, когда я сел, единственный раз, когда я сел. А так у меня все это строго с этим. То есть почему? Ну видели, чем это все приводит. Ну, я думал, все спят. Ни хрена они спят. Что-то ждут как будто чего-то. Вон и вороны здесь все. Что-то колупается. Вот смотрите, самое интересное. Ты можешь закопать это в сугроб, кусок хлеба. Они найдут. Как они чувствуют, не знаю. Они даже в сугробы найдут. То есть они выкопают это все дело. То есть, ну нюх хороший, видимо, что ли. Семечек-то я не взял, а вон тут у них положено. Видите? Идь, что-то хоботком-то своим, да, не достает, не дотягивает. А такие кормушки маленькие, такие, как это сказать, совсем, ну как будто бы не, даже воробью-то это все маленько кажется. Ну ничего, умудряется что-то там клювом своим. А что, как? Ну, кто как может, кто посноворней. Он достает. Ну я батоны сюда обычно крошу. А почему батоны? Вот здесь трассы нет близко. Можно как бы сказать и
батон бросить, потому что, ну, батон дербань сколько хочешь, тут как бы до дороги далеко. Там, где рядом с дорогой, я там клюв-то как об ветки утирает нос. Клюв. Да, обалдеть, да? Ну, красота, смотрите, какая природа. Я думал, они уже спят. Обычно в это время что-то приду поздно. Раз, нет, смотри-ка. А почему кормятся? Ну, потому что есть что поесть. О, есть что похавать. Сейчас мы добавим немножко. О, воронье, ёшкин кот. Вот, надо сюда семечек. А я что-то смотрю, семечек сейчас нет этих. По 13 рублей они подорожали. Я и не взял, хотел семечек-то взять. Не взял. Но у меня есть геркулес. Просто посмотрим, как это они кормятся. Просто интересно. Живая природа, даже интересно, как вот. Блин. Это вообще обалдеть. Жрать-то хочется, понятное дело. Голод не тетка. А почему не тетка? Тетка накормит всегда. Смотри, по очереди у них какая-то есть такая иерархия, такая. Очередная, кто постарше, раз, первый, потом, раз, ага, вот крыльями тр-тр-тр, берет, а берет по одной, то есть он берет по одной, тут как бы можно будет две сразу схватить, чтобы потом не летать больше, но нет, он по одной берет, курочка, говорит, по зернышку клюет, оп, и раз, и что-то вдруг все замерло, а почему, хрен знает, что-то раз, кто-то команду дал, и все замерло. Ну вот я пришел, смотрите, ничего, процесс у них продолжается, не пугается меня ни хрена. А что я же это, я же без рогатки пришел. Я с добром пришел, поэтому можно как-то немножко чувствует. Ну немножко это опехмеленный, но дело в этом ли. Вон он раз, 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 или она, оп. Пошел грызть. А голуби здесь как бы собирают то, что у них там выпало. Подъедают, как говорится, два партизана снизу. То есть, заметь, они не летят наверх туда. Они ждут, когда что-нибудь выпадет там из этой кормушки. Удивительно. Вот это живая природа Петербурга. Вон еще тут кормушка. О, тут там что, старый знакомый, что ли? Точно. Или не старый знакомый. Вот у меня, я не Дедушка Мороз, но у меня, как у Дедушки Мороза, рюкзак с собой. Что, конкурирующая организация? Доброго здравия, с Новым годом! Простите ради Христа грешную душу Михаила. Ради Христа простите грешного человека, меня. Не с вами мы тогда скандалили. Нет, не с вами. Ну ладно. Я с мешком пришел, с мешком подарков. Но не детям, а птицам принес. Да, вот мешок. Ну что тут? Моя любимая геркулес. Вот. Народ. О, я еще не достал, заметил, они чувствуют этот звук. Ой, какой пернатый. Пернатый какой, смотрите. Такой, как это сказать. Раскрас интересный. Вот, я только еще начал это шабуршать. Они уже чувствуют, они уже знают. Что тут где-то будет что-то вкусное. А еще ничего не выдал. Ну ладно, выдаем. О, сегодня 2 января 2022 года. Зима. Зимуем понемножку. Жихруем, так сказать. А как иначе? А птица Новый год справляет, как вы считаете? Да нет, конечно. Они не чувствуют, да, грани, что 31 декабря уже? Они чувствуют, когда вырывать начинают. Ага. Вот тогда они боятся. Согласен. По
прилетели. Белые птицы. Обалдеть. Чайки. Джонатан Ливингстон. Обалдеть, сколько их тут налетело. Вороны. Все в шоке. Да. Ну, пока не приземляется ни одна. Стесняется пока. Ну, чувствует, знает, что здесь что-то покушать положили. Откуда налетели? Сейчас будут пробовать приземляться. Ворона подбитая-то не летает, она где-то живет здесь. Ну, не летают, не летающие. Крылья у нее подбиты, там, не умеет он. По деревьям только скачет, летает. Вот так. Блин, ну что же. Столько их. Ну давайте попробуем батон их им бросить вот в ту сторону. В ту сторону. Один батон сейчас достанем. Кусок-то дербанить надо. А как? Никак не получается. Пробую, не получается. Заглатываем. Летает пока еще. Не приземляется. Обалдеть. Кружат. Кружат. Стесняется. Вообще пипец, зверья. Птицы, птицы. Говорит, в Европе какой-то есть голубь, на которого охотятся. И едят его, главное. Ну, я посмотрел фотографию. Ну, голубь такой же. Но вот на него охотятся, и он как бы считается деликатес, там, диетическая пища. Я думаю, что не. Даже в дикой природе этого святого товарища есть, я думаю, не надо. Ну так вот едят, там где-то в Европе он водится. Дикий голубь. Не хочу. Фотографию ставлю, если найду, если не забуду. Но я думаю, нет, эту птицу божественную, это нельзя есть. Святой Дух в образе голубя сошел. То есть не в образе вороны, не в виде там, кстати, орла там или еще чего-то. Нет, просто в образе голубя сошел Святой Дух на Иисуса Христа, когда Иоанн Креститель его крестил в Иордане. В Иордане. Вот о чем речь. Ну как можно такую птицу есть? Да жалко. Хотя как бы не запрещено. Как бы позволено. Я не помню там Петру или кому там из апостолов. Сказано было, видение такое было, что вот с небес спускают ангелы некое такое полотно, и в нем находится всякая живность, всякая. И говорит Господь, возьми, говорит, любую тварь, ну, типа убей и съешь. То есть, как бы, ну, дает понять, что как бы можно есть это все. То есть, ну вот охотники появились, то есть это все, ну, как бы, пожалуйста. Можно?
ничего страшного, там лосятина едят, медвежатину там и все такое. Ну вот, как бы и голуби вроде можно. Ну блин, но рука не поднимается, ребята. Не поднимается рука. Ну как-то жалко, мне по крайней мере жалко. Почему я не охотник? Я вот рыбак. А и рыбак-то тоже такой в последнее время плохой. Во-первых, очень редко хожу на рыбалку. А во-вторых, если хожу на рыбалку, тут как-то с саксофонистом с одним разговорились, ну, там работали одновременно с Сережкой. И он говорит, у меня крючок даже, говорит, с шариком на конце, то есть не острие, а шарик. Мне так это понравилось. Он поднимает рыбку, поднимает и сразу ее опускает, то есть обратно. Ну, отпускает, то есть он рыбку. Блин, ну если большую, думаю, поймаешь, все равно же хочется это приготовить ее. Если ты на природе, то есть не возбраняется. Я думаю, что ничего страшного. Рыбу я еще согласен. Но мне жалко вот эту дичь там все. Ну, дичь еще можно согласиться. А что дальше, допустим, медведь. Ну вот он стреляет в него, это пипец. Лось. Сколько браконьерит, ничего. Прямо тут смотрел ролик один. Прямо с этого, с снегохода они стреляют. То есть, ну совсем. То есть животному шансов не дают на выживание. Вот в чем беда-то, в чем проблема. То есть получается, что без шансов. О, свет включили. О, смотрите, клины такие летают, обалдеть. Это вот зимовщики наши здесь. Кто? Как их называют? Не знаю. Джонатан, Ливингстон или как? Тройка такая. Ну, вернее, уголки такие летают. То есть получается, как будто утки. А видите, автор-то один, автор этого всего. Создатель-то один, Господь, и вот неважно, это утка, не утка, а все равно клинышком летят. Почему? Ну вот так вот, автор захотел, так оно есть. Удивительно. Фонарь включили. Сейчас немножко посветлеется, так немножко поразнообразнее, удивительно. Ну посмотрим немножко об этом, о том, как они живут, вот зимуют. Это же удивительно, зимуют здесь, никуда не летают вороны, голуби. А как они будут жить, выживать, если мы их не будем подкармливать? Да ведь много гибнет, кстати, ведь не надо сказать. Камера опять отключилась, Ешкин Яков. Короче, говорил я о голубях и о голубе говорил, которого я откармливал у Николаевича в Москве. Когда жил в комнате, он начал потом по комнате уже летать. А он взлетает такой и в другой конец комнаты, об стенку, бах. Я думаю, не-не, ему, видимо, пространства не хватает, я думаю, надо его выпускать. И бросил его с балкона. Не то, что бросил, а просто отпустил с балкона. А он вот такой вот ну, кругом, короче, голова, вертячкой такой, и вниз, 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 вниз. И потом дожди пошли такие, снег с дождем, еще что-то, они на работу ехать. И я так смотрел, как он там ходит, то есть он уже не летал тогда. Намокли крылья, и мне так жалко стало его. Но я уже ничего не мог сделать, кроме молитвы. Помолился, сижу в машине, прогреваю двигатель, молюсь. Смотри на этого голубя. Ну вот последний раз я его и видел в этот момент. А потому что, что дальше с ним, неизвестно. Я когда с работы приехал, уже поздно, уже опять мороз ударил, то есть, и его не было уже здесь, в этом районе. Я ходил по дворам, все искал его, а его нет. Ну, я думаю, может погиб, еще что-то. То есть, а до этого ворону на него накинулись. Он начал болеть. Это вертячка или как это называется, крутячкой. И все, и он начал болеть. И слабый голубь, сразу хищник на него накидывается, вороны. Там две дербанили его, я разогнал ворон-то, взял его в дом. И может быть и понял после этого, что ну, если уже не желез, так и не желез. Хотя нет, выходить-то я мог, просто я раньше его времени отпустил. Вот в чем моя ошибка. Я его отпустил раньше времени. Надо было его до весны держать дома. Ну, он уже начал летать, а что его, что с ним доработаться-то, когда он уже, блин, он реально, он взлетает, раз, ему мало места, он что, координаты не видит, в стенку бах, упал. Начал летать по комнате, хорошо летать-то, я думаю, ну, летает, так надо выпускать. Это была ошибка, нельзя его было выпускать. Он, короче... Он ни хрена еще не креп, а там еще такая погода, не погода. Жалко до сих пор моего. Ну вот я говорю, сидел в машине, прогревал ее пока. Надо ехать было, ну там, банкет у меня был в Москве. Ну в Москве я когда-то жил, вы знаете.
ехать на работу и со слезами так смотрю на него, он прыгает там под деревьями. Плачу, помолился, попросил Бога. Ну и там дальше вообще поехал. Но вечером уже искал его тут, приехал после работы. Уже подморозил, ничего, никого, нигде. Ни трупика даже нет, не нашел. Я думал, может, если умер, он где-то лежит. Нет. А может, ребята, он выжил, кстати. А может, и выжил. И слава Богу. Потому что я не нашел его здесь, в округе. Ну, его трупика. Ну, он не летал, он что-то намокли крылья тут. Так что вот такая история. Ну вот я сейчас здесь немножко прохлаждаюсь. Обычно придешь к вечеру-то никого нет. Я имею в виду из птиц-то. Где-то все сидят, теряются. Я и сегодня думал, никого не будет. А оказывается, есть они. А почему есть? Голодный, значит. Ну и ладно, слава Богу, что я тут зашел. Там на Достоевском все время кричат на меня из школы. Тут все обосрали это. Ты че, да и давай не здесь корми, там это. Я говорю, хорошо, хорошо. Другой опять кричит, я тут живу, тут это, понимаешь, парапеды все обосрали, это. Я иногда резко отвечал, так говорю, там, типа, с детем идет. Я говорю, так, ну, давай ты ребенка кормить не будешь, что после этого будет, говорю. То есть я резко отвечал, потому что дело-то серьезное. Чтобы человек понял, то есть до человека, чтобы дошло, что... Птица не сеет, не жнет. Ей надо немножко помогать. Вот. Так что дело-то такое серьезное. Ну, внешне может кажется ни о чем, но оно... Оно как бы для Бога как бы имеет значение, скажем так. Ну, а человек безбожник, если, конечно, чуть для него птица. Он пошел и стреляет в нее. В Европе. Убивает птицу, ест. Ну так кто-то шутит, что я там ем. Не-не, я не ем. Голубя ни разу не ел. И не хочу. Хотя шутки в сторону. Вот блокада Ленинграда была. Первыми, кто пропал, это, конечно, голуби, птицы, живность. Потом уже и крысы пропадали. В одной семье кошка была. И, ну, вроде как бы и кошку можно съесть, ну, потому что голод. Там и соседи ели, и все такое. А вот, говорит... Кошка-то это, она, во-первых, согревала под большими одеялами, все вместе, вся семья жила, ну, ночевала, это, ночевка. И кошка это согревала, а потом что еще кошка? А кошка еще мышонков носила, и вот благодаря этому выжили. То есть, ну, мышей где-то что-то находила кошка, кормила как бы своих, ну, хозяев. Так что у меня и к котам, и к кошкам отношение такое очень другое сейчас, после того, как я это все узнал. Это очень удивительно. Так что надо животных любить. Любить надо, понятно, что и ближнего возлюби, все это, да? Как вы говорите, как я там в том году хорошо сказал. Сильно, я бы сказал. Ну, может, немножко надо это об этом говорить. Не то чтобы по пьянке, а по трезвоку. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби. Да, это круто. Но вот тут, как бы, я бы сказал сегодня, возлюби и животное свое. Ну, кошка, кот, собака у тебя, кого ты держишь. Возлюби. Ну и голубя возлюби. Божественную птицу. Вот опять отключилось. На каком моменте, вы знаете... Я бы пожелал себе в этом году купить новую камеру, потому что мысль-то потом не вернешь, мысль-то следить за этой красной точкой, когда она там погасла, не погасла, блин. Вот сейчас вот с какого момента она отключилась. Ну ладно, я говорил о заповеди Христа, возлюби ближнего своего, как самого себя, и еще бы добавил, возлюби птицу, возлюби, так сказать, животное, домашнее животное, не домашнее, вот. Что касаемо охоты, ну, разрешено, ну, Господь разрешил, ничего там нет, как бы, это уже дело просто личное. Если, допустим, кто-то там не охотник, рыбак больше, на рыбалке больше, ну и хорошо, рыбалка. Ну, если ты охотник, ну, пожалуйста, ну, как бы не возбраняется, просто тут дело личное. Вот для меня, допустим, ну, как-то это, я как-то к этому пока не пришел.
понимаете, не пришел. Ну, просто не пришел. Может быть, приду когда-нибудь. То есть, это не возбраняется, это не запрещено Господом охота. Просто это, я говорю, вот, мне, допустим, жалко животное. Ну, как вот стрельнуть, вот она живет или оно. Ну, что его стрелять-то, думаю, ну как, ну зачем? То есть, это уже другое дело, если ты живешь, а жить надо и выживать. Вот тут уже все, тут уже никуда не денешься. Если у меня достаток есть, то есть у меня нет нужды, то есть я нормально живу, ну и слава богу, мне не надо это чего-то там, где-то пушнина, еще что-то. А другой человек, он живет, там и зарплата-то, допустим, ну там 15 тысяч. Понятно, что надо заниматься охотой. Почему? Ну, чтобы немножко хоть на этом как-то чуть больше подзарабатывать для семьи. Пушниной там, я знаю, это Сибирь живет пушниной, продают это, ну, мясо тоже для себя ведь, ну, как бы сказать, в магазине не купишь, как говорят охотники, а купишь там такая херня, что есть не будешь, потому что собаки не едят такое мясо, ну, там тоже всякой хренью там пичкают животных, и это уже не мясо, это уже, ну, такое не поймешь чего, а когда, вот, говорит, дети даже подтвердили, ну, я тут смотрел ролик, дети, говорят, подтвердили, это вкуснее мясо-то. Это вкуснее, чем там в магазине Пятерочки покупал. Ну, конечно, чистое, в чистой природе. На чистых, по чистыми соснами выращено, то есть в чистой экологической, так сказать, зоне, где-то там возле побережья какого-нибудь там это, моря, океана. То есть, конечно, круто. Река, Сибирь, то есть, ну, разговоры тут как бы неуместные, споры. Так что тут туда, пожалуйста. Охота, пожалуйста, я за. Ну, не обязательно именно Сибирь. Кстати, на Вятку ссылали все время в ссылку. Вятка это тоже считался как бы такой отшиб, такой совсем глухой такой и далекий. Так что он таким и остается. И вот там тоже круто жить, там тоже все чисто. Ну заводы есть какие-то, но, ну, Кирово-Чепецк, например, там. Там что-то грязью какой-то производят, занимается. Завод стоит там какой-то химический, дурной. То есть, ну, единственное. А так-то все чистое. Сибирь, считай, та же Сибирь. Вот о чем речь-то. Так что люди, джентльмены, я бы сказал, возлюби не только ближнего своего. Ссылку мне скидывал тот один товарищ на канал первый циничный. Первый циничный канал. Себастьян там, или как его там зовут. Не, он, конечно, логику такую выдвинул, это так загнул, что, понимаешь, мозг можно сломать. Вот сразу, если ты не подготовлен, то можно просто вот завернуть так мозг. Он так завернул, что я, не знаю, до сих пор разворачиваю обратно. Ну, у него такая логика, что якобы возлюби себя, это заповедь так говорит, возлюби самого себя. А как возлюбить самого себя, если я, говорит, себя ненавижу, говорит, и меня не трогай, я тут хоть буду валяться, но меня не трогай. Не надо меня любить, то есть такая как бы тема у него, гипотеза. То есть не надо меня любить, а возлюби себя как, если я себя не люблю. То есть надо научиться любить ближнего сначала, вот своего ближнего, и через ближнего я, говорит, полюблю себя. То есть, ну, такая логика, то есть как бы он об этом говорил. Что я сначала должен полюбить как бы ближнего, и через ближнего, потому что я сам себя не вижу, какой я скотина, и я должен как бы, ну, другого-то я вижу лучше, и мы, как говорит Господь, что ты, говорит, соринку это, увидел в друге своем, а бревно в своих глазах не видишь, бревно. Ну, примерно об этом. То есть через ближнего я должен полюбить, если ближнего люблю и научился любить ближнего. То есть я тут, получается, и себя буду любить. То есть вот в чем задача. То есть задача полюбить себя. То есть возлюби ближнего своего, это сначала возлюби себя. Короче, там так он загнул так за это, что я говорю, голова за кругом пошла. Ну ладно, загнул, он тело грамотный, это, любитель, видимо, это. Ну, у него тема такая. У него контент такой, он все время умничает, что-то это. Но всяк человек ложь, мы не забываем об этом, поэтому верить 100% ему нет, никогда. То есть я никогда. А вот, скажем так, кому верить? Апостолу Павлу, допустим, я верю 100%. Вот здесь можно 100% верить, 100. Вот здесь да.
Ну, этот Себастьян, как там, первый циничный, это, конечно, не 100% здесь. Это просто можно послушать. Ну да, вот еще один дурачок. Ну, типа меня. Ничего нового. Как бы я могу такую же дурь там еще сказать, еще что-то. Но на разные темы все как бы свое мнение. Это его свое мнение. Это его мнение личное, да? Ну, без оскорблений, конечно, не оскорбляю его. Интересный человек. Да. Но всяк человек ложь. И он тоже. Тут не надо как бы вау. Нет, лучше Евангелие читайте, вот что говорил Иисус Христос. Вот тут вау. Вот. Что говорил Иисус Христос вот здесь. Вот оно. Истина. Вот это 100% я вам гарантирую, это истина. Что говорил апостол Павел там и дальше. Петр, все апостолы. Вот оно. Вот оно. Вот здесь лежит. Вот. Надо во что верить. Вот. Кому доверять. А наши люди, ну там, я уж не говорю о политиках, тут это дело последнее. То есть, ну, там-то совершенно, как говорится, ложь на лжи. Так что ни одного слова, ни одного политика. Нет, я прислушиваюсь, знаете, к каким политикам, если говорить о политике? К тем, кого убили. Ну, там, немцов, например. То есть, я думаю, что вот ему можно верить. Почему? Убрали человека. За что? Значит, говорил правду. Да, конечно, грустно с такой камерой работать. Блин, отключается вообще, пипец. То есть мысль идет, она же идет, как ручеек. Я сейчас говорил о... Ну, давай, она опять вспоминать. Ну, я думаю, что, может быть, она еще не сама тут это может выключаться. Но дело не в этом. Влияние тоже окружения и так дальше. Сейчас мы ни на кого не обращаем внимания. Почему? Потому что нам надо закончить видео, нам надо закончить мысль. Мне надо закончить. Мы говорили о политиках. Мы говорили о людях. Мы говорили о Себастьяне там. Всяк человек ложь. Он тоже как бы. И если слушать кого-то, да, прислушиваться, то это самое главное. Это апостол Петр, это Иисус Христос. Иисуса Христа, вот, пожалуйста, слушай. Вот здесь точно лжи нет. Тут истина, тут правда в последней инстанции. Вот это да. Иисуса Христа слушай. Вот здесь вся правда. А где? Через что? Через апостолов. И через апостолов, значит, Марка, Матфея, Лука, Иоанн. Вот четыре Евангелия, самые ключевые. Пожалуйста, читай, пожалуйста, вникай. Вот это правда, вот это истина. Не то, чтобы там, знаешь, Себастьян, там еще кого-то слушать. Можно послушать, но все это бредятина в основном-то. Потому что всяк человек ложь. Но если человек всяк ложь, а мы говорим, допустим, если писано это и сказано, движимо Святым Духом, рука была движима Святым Духом апостола, то значит тут истина. Почему? Потому что сами небеса говорили об этом, сам Господь. А как это может выглядеть, как это можно этому поверить? Ну, я слышал одну историю, значит, где-то в замочную скважину замка подглядывал один человек, ну, там святой человек писал, я не помню сейчас точно, кто там без этого, не помню, просто без подробностей не сообщу вам. Но суть в том, что... А как это, говорит, выглядело? А вот я, говорит, смотрю, ну там кто-то, замучим скажем. И ангел стоит сзади этого святого. И как бы... А он пишет, он занимается как раз, ну, на столе, там у него это, в рукописи он что-то пишет. И ангел сзади стоит и рукой его движет. Понимаете? То есть ему это как бы открылось, как бы, видимо. Все. Понятно. То есть вот как это происходит. Ну, то есть для меня понятно примерно. То есть вот ангел, Святой Дух как бы действует. Святой Дух движимый, говорит, Святым Духом. Рука писала. Так что для меня это все понятно. Хотя однажды я где-то в Люберцах с одним мужчиной, товарищем интересным, общался. Ну, там с одной подругой. Был знакомый, и к ней в гости пришел, и там такой мужичок такой, ну, тоже атеистических мнений, и, ну, я не с пустыми руками, я там с бутылкой, по-моему, водки даже я пришел, то есть так конкретно я пришел, не знаю, как будто сдал, что серьезно будет разговор, пока дамы там что-то соображали, что-то там, ну, пока все там это, по комнатам там что-то шебуршали, общались, и я такой... А я не знаю, почему мы с ним как-то сразу, вот мы сели вот против друг друга. Вон там разведка, ВДВ, короче, все понятно, служивые в Люберцах. И мы как бы, ну, я водку-то достал, и мы так по рюмахе, потом еще.
я даже не заметил, как вообще мы всю бутылку эту выпили. И мы общались на такие горячие темы, и тоже я, грешный человек, говорил о том, что как бы переписывался. Но я не знал, потому что, ну, глупая голова не знала истины. Сейчас я понимаю, что это была ложь. Я ему так сказал, что переписывался. Он говорит, да я там в этом все не верю. Я говорю, да ты не верь, там это. Ну, короче, разговор-то, как бы там ни было, был серьезный, хороший. Я думаю, немножко плодотворный. Он так, потом с утра у него мебель была какая-то, завозил он там. Разгружают, я говорю, помочь надо? Не-не-не. Он потом сказал это подруге-то моей, чтоб я его больше не видел. То есть у нас ни драки, ничего не было, но, ну, серьезный был разговор. То есть мы даже девчонок как бы к столу не приглашали, потому что у нас настолько напористый был разговор. Мы водку эту пили, сидели вдвоем только, и никто даже не смел подходить, потому что такой накал страстей был такой, понимаете? Такой... Люберцы спят давно, ночь хороша, где-то Жулебина, слышу стрельба. Вот это вот, вот там. А потом был заказ, кстати, с Люберец тоже, я помню, в Питере еще был. Вот сейчас-то я немножко, ну, я думаю, что умнее стал. Сейчас бы я не поехал. Ну, тогда я поехал, не было... Мне было сказано, 100% заказ берем, то есть все такое. Они встретились, говорят, а там, а что музыки не... это? Живого звука не будет? Я говорю, так все обсуждалось уже 1000 раз. Какой живой звук, говорю? И я просто не то чтобы это психанул, а я просто плюнул на все это и ушел, и уехал обратно в Питер. А это ведь дорога, это же 8 часов езды, это деньги на бензин и так дальше. А они-то, может, готовы и дальше продолжить диалог, но я уже психанул, потому что была договоренность изначально, и я как бы еду с этой мыслью и с этой верой в эту договоренность. А тут получается так, я приезжаю, а та дамочка, с которой я договаривался, ее нет. И есть как бы совершенно другая там пара женщин, ну, виновность торжества там, и дальше. А до этого дочь, я с дочерью у нее общался-то больше. То есть мы с дочерью договаривались, а тут появляются как бы совершенно другие люди, и, а той, с кой я договаривался, нет ее. Ну и что? И все, я из этого еще, ну и потом, а что, живого звука не будет? То есть, ну там, скрипача там пригласить, саксофониста, я говорю, нет, конечно. Я сел, наверное, выключилось. То есть надо привыкать просто смотреть за этим красненьким огоньком, который выключается периодически. Ну, надо сказать, что еще влияние оказывается. Всякое там это немаловажно. Ну, женщина, баня. Энергетика женщины. Она может поднять, приподнять мужчину, а может загнать в гроб. Вот и думай. Если не угадал с женой, это очень серьезная тема-то. А как бы сказать, другую-то нельзя брать, потому что ты уже в браке, все, ты уже женат. А если она напильница, то это ужас. Вот почему я вот сейчас один. Очень сложно найти ту женщину, которая бы поднимала. В основном-то все пилят, вот в чем проблема. И пилят очень серьезно. Так еще мало того, что пилят, они еще изменять вздумают, так это вообще катастрофа. А зачем мне эта история такая печальная нужна в жизни? Нет, я вот так, мне хорошо. Ну, как тут звонил родственница там в Пермь, сказали мне, до 40, говорит, не женишься, все, говорит, никогда. Ну, брехня все, брехня. У Господа все пути написаны, и про меня, и так дальше. Но ошибиться один раз и погибнуть из-за этого я не хочу, потому что найти такую, которая тебя поднимет, это очень сложно. Это только Господь сам может, Господь, эту встречу устроить. И поэтому я жду эту встречу, когда Господь управит. Когда Господь эту встречу организует. То есть браки создаются на небесах. Это как понять? Вот так и понять, что по воле Божией встречаются люди, допустим. Вот это вот, вот я вот такой хочу. Любви, семьи такой и такой женщины. Когда Господь сам мне укажет, вот она. Если укажет, а если не укажет, да и, ну и хрен с ним, ну и чего? Да ничего. Умирают все,
и дети умирают. Так что тут гадать, да это выстраивать свою, как говорится, жизнь и политику жизни, что вот оно. Вот удача, успех, что вот у тебя дом, машина и дети у тебя. И все, что ли? Ну, то есть вот, вот оно счастье. Да нет, не в этом счастье. Надо думать дальше за крышку грома. Вот там счастье настоящее. Об этом надо думать. И готовиться к этому всю жизнь, как Петр Мамонов говорил. Готовиться надо к этому всю жизнь. А почему? Ну, хорошо, что ты пораньше узнал Бога, пораньше узнал, что это все серьезно дело-то. Начал как бы читать Евангелие, там заповеди соблюдать, стараться там не грешить и так дальше. Это хорошо, что ты раньше. Ну, раньше, я имею в виду там, допустим, ну, в 33 я вот, например, узнал, да, где-то в 33 там в Москве впервые причастился, исповедовался. А кто-то ведь всю жизнь этого не знает и знать не хочет. А вот это уже проблема. Вот оно, проблема. А там хоть 10 детей у тебя будет, если такие же они, как ты, безбожники, так тут смыслов нет. Родить, говорит, для ада это не дело. Родить надо и воспитать в православии для рая. Вот тогда высший пилотаж. А так получается, родить, говорит, для ада. Ну и что, безбожники все по тюрьмам и так дальше, преступники. Кому это хорошо-то в обществе? Кому это лучше-то? Родил, не воспитал толком. И вот они, преступники, ходят по миру, это, насилуют детей. Ну и чего? Ну, я к примеру говорю, это грубо, но такая грубость, правда, жизни. А надо, как бы сказать, в божественных законах воспитать. Вот, тут уже высший пилотаж. Так что смысл, как бы сказать, семья, дети, это классика жанра. Не-не-не, не об этом. Не об этом. Сначала, говорит, себя воспитай, спаси себя, и спасутся тысячи вокруг тебя. В общем, дело. А если этого нет за тобой, тогда и смыслов нет. Понятно, что и дети такие же будут, потому что я вижу это. Это яблоко от яблони недалеко падает. Вот в чем дело. А дело-то серьезное, леди джентльмены. Камера периодически выключается, вырубается, ну и хрен с ним. С Новым годом вас, леди и джентльмены, подумайте насчет этих мыслей, подумайте насчет этого настоящего. Ну, понятно, что капитализм, процветание там, богатств, там это и все, и мы видим этот успех. А на лбу три шестерки, но успех, успехом я это не назову, я это не назову успехом, это просто поражение, это порожняк, все, понимаешь, на лбу три шестерки. Время еще не пришло это печатать, напечатание, да, печатать. Он уже сам напечатал, то есть сам себе приговор выписал, то есть все. А внешне успешно все, конечно, внешне там это, лимузины. Не-не-не, ребята, не об этом успехе, не к этому успеху я иду. И внешне это будет всяко грустно, всяко печально, в скорбях и так дальше, но там, на небесах, ждет радость и награда, Господь обещает. Иисус Христос обещает. Об этом Павел, апостол, пишет. Так что, друзья, вот об этом бы я хотел, чтобы вы подумали, а не о том, что куда кто гонится за каким золотишком. И смыслов в этом нет, гнаться за этим золотишком, потому что все оставим здесь. А заберем только то, что в душе. Добрые дела, добрые поступки. Вот это память. Память любви. Я бы так даже назвал. То, что давайте полнить память любви на небесах, туда, стараться для неба работать, а не то, что в мамону. Как верблюд, груженный в угольное ушко, там в стене там не протиснется, не пройдет. Так же и в рай попасть сложно богатому. Так что не в этом счастье, счастье в другом. Счастье все-таки проникнуть туда, в райские сады. Проникнуть, пройти туда. Ну, не груженным этими богатствами, которыми все равно оставляешь здесь, на земле. Пришел пустой, пустой уйдешь, все. Матронушка московская, мы помним. А что у нее, много богатств было? Она ушла, что, миллионершей? Да. Время еще есть, пока мы живем, пока мы живы. Пока мы еще здесь, на земле, мы можем даже другим помочь. Мы можем вымолить любого другого человека с того света, с того ада. Вот в чем фокус. То есть мы можем... Ну, это Гурьянов, по-моему, говорил, он оказался, короче, умер, оказался на том свете,
и увидел, как горят, как страдают эти несчастные грешники в огнях. И он говорит, как им помочь? Как? Помочь можно только на земле. А как? Ну, молитвой. И он попросил, можно ли я как бы, ну, это, обратно. Хотя ему уже рай обеспечен был. Он говорит, не, верните меня, можно я попробую им помочь? И я думаю, он вот, ну, помог. Он молился за всех этих грешников. Понимаете? Вот в чем фокус. Фокус. Дело-то серьезное. Ну, все стемнело. Камера выключается, периодически где-то что-то, может, что говорил, не записалось. Ну и ладно, может, на то воля Божья. То, что записалось, смонтируется сегодня и завтра. Может, я выложу. Всех вас с Новым годом, с новым счастьем, духовного вам роста, процветания. И подумайте о том, как конкретно вот тебе соблюсти заповедь Божию, как постараться накопить копилку духовной, как бы вот этой вот составляющей, стяжания Духа Святого. Как накопить то, что вор не крадет, что моль не выедает. Как это сделать? Кому я могу помочь? Где я могу проявить себя в добром поступке? Где я могу быть полезным обществу? Где я могу проявить свою волю в добром деле? Не то, чтобы в карман, в мамону. Не, не об этом. А в том, чтобы для Бога поработать. Вот в чем смысл. И тогда Господь уже будет знать. Вот этот человек. Он у меня на галочке. И когда туда придешь после крышки гроба, он скажет, да, ты не просто так жил. Ты жил для людей, ты жил для Бога, ты жил для добра, ты жил для любви. И наказывать тебя не за что после этого. И суд тогда будет более мягок. Вот о чем речь. Ну, кто-то скажет, хи-хи-ха-ха, все, конечно. Совсем мозгом кто-то поехал, скажет Михаил, с ума сошел опять, психушка это. Не-не, ребята, дело серьезное, я вам еще раз говорю. Просто я вам сообщаю. А вы уже можете думать всяко, как хотите. Просто моя задача вам сказать и донести до вас. А я до вас донесу, доношу как могу. Еще раз повторяю, дело серьезное. Дело серьезнее, чем купить квартиру в этом мире. Дело серьезнее, чем закончить школу, университет. Дело серьезнее, чем похоронить кого-то. Дело серьезнее всех серьезностей, понимаешь? Дело серьезнее смерти, потому что смерть это только начало. Там страшнее будет, там суд. И вот надо будет там ответить за все, что ты делал здесь, что ты творил, что ты, кому ты помог, как ты соблюдал заповедь. Вот о чем речь. Так что дело серьезное, еще раз говорю. Друзья, давайте об этом подумаем. С Новым годом вас! С новой возможностью измениться, с новой возможностью поменять себя в лучшую сторону, с новой возможностью. Вы подслушиваете меня? Бываете. Что? Здесь бескрылая птичка обычная кантуется, она вас боится. А Иисус Христос боится меня? Как вы считаете? Кто? Иисус Христос. Боится. А может молиться будем, чтобы не боиться? А, это точно наша конкурирующая организация. Сейчас я узнаю. До этого-то другая была женщина. Но это наша соседка. Да. Да уж. Ну, вечерея, все, руки замерзли. Руки замерзли. Кто? Пресвятая Богородица? Пресвятая Богородица или кто? Нет, ну я прошу вас, я каждый день сюда хожу, кормлю, мне жалко. Есть, у нее ножки перебитые, и крылышки, видимо, это ворону. Я знаю эту ворону. Она покормилась, тут я побросал батон, она уже сытая. Она батона не ест, я ей кормлю мясо. Ну, что-то клевала, я тут смотрел, она... Она не она. Я хотел твор.
Чего? Много же мест здесь. Ну я хотел посрать здесь, под этой березой. А. Вы не позволите мне? Видите, ну, какой вы верующий. Ну. Да хотел обосраться здесь. Нет, ну в штаны не хочется. Думаю, дай под березу как высокий, есть. Как дрестану, думаю, сейчас. А столько у вас дерьма. Ну, ну дерьма дохрена. Я хочу опорожниться хочу. Можно опорожниться? Мог бы на сцену. Ну, правильно, у некоторых место головы задницы. Вот оно у вас. Это про меня, правильно говорите. Я говно человек. Говно. Дерьмище. Я знаю об этом. Зачем вы на Земле живете? Так другой-то нет планеты, поэтому здесь пока. Так и поговорили. Это наша старая знакомая. Ну так я решил немножко разнообразить наше общение, чтобы оно запомнилось. Да нет, какать я не хочу. Я когда отравился там этой самой селедкой, потом, может, мандарин это был. Я тогда и мандарин съел. Ну, там фантой запил, там такой, конечно, пипец в желудок закинул. Такой, блин, хавчик, что все это перемешалось. И у меня такое началось, что я не буду вам рассказывать. Но самое страшное, это было... Температура поднялась. Ну, ладно, там отравление там кишечного тракта, еще что-то. А тут температура поднялась до 38. И тут уже это дело серьезное. Ну, потом мне... Говорили, что может это печень, реакцию дает какую-то, я так не знаю, может и печень, но я так подумал, что все-таки это рыба, в красно-белом взял рыбу, и знаете, когда я ее брал, я так еще думал, опять выключилось, то есть я взял прямо, ну тогда еще помню, тогда смотрю на витрину, то есть сразу первую взял, а надо брать последнюю там, где, которая сзади. Я первую взял. А первая, она может быть прокисшая уже тут, с прошлого года она лежит, допустим. Хотя по дате я там, по-моему, посмотрел, там до апреля или что-то. Но она могла лежать просто в теплом помещении. То есть не в холодильнике, а лежать могла просто где-то в помещении, в теплом. Ну, бывает, там кто-то возьмет, потом раз где-то бросил, там возле батонов, там где-то. Не покупая ее. Она там месяц провалялась, ее потом нашли и сунули в это, в холодильник обратно. То есть она уже прокисшая. И вот я, наверное, такую взял. И главное, когда брал, я еще помню, у меня мысль такая. Ну, ангел-хранитель подсказывает обычно всегда. И как бы оттуда взять-то сзади. А я что-то попытался, а там все коробки. Коробка, оно как-то все так завуалировано, так все плотно. И не могу достать-то. И ладно, думаю, что там. Ерунда, взял первую самую. Хрен его знает, может она отравленная там, прокисшая была, может не она. Мандарины я не ел до сих пор, вот у меня там килограмм их лежит, я их и есть не буду. Мне просто жалко выбросить, даже я даже не знаю, что с ними сделать. Но суть в том, что я серьезно к этому отнесся. Либо мандарины, либо это рыба, потому что другого-то не было. Вот, так что сейчас я как бы в таком раздумье. Это было там дня три назад, перед Новым годом, такое отравление. Думаю, а если мне работать? И что? Не, это дело серьезное. То есть я решил как бы с этим строго. То, что было, это я не ем. И сейчас уже к рыбе. Блин, так я любил эту рыбу, блин. Вот эту в масле селедку там. Сейчас вообще меня от этого тошнит просто. Не хочу. Ну все, пока, друзья. Надо сейчас мне еще до машины дойти, аккумулятор снять, потому что скоро ехать надо будет. Это немножко, чтобы в тепле был аккумулятор. Видите, пока общался, уже стемнело. Охренеть, просто охренеть. Еще светло было. Ну, с Новым годом вас, друзья. С новым счастьем. Теремок. Арт-объект. С дополненной реальностью. И, конечно же, штрих-код начертания зверя. Да, однажды я где-то по парку прогуливался в Петергофе. Нет, не в Петергофе. Так, а где дверь-то? Вход-то есть тут? Непонятно.
не Пьер, в Пушкине, по-моему, где-то. А, ну тут просто чисто как бы такая инсоляция. Входа-то нет. Вообще бы можно вход сделать. Опять обогревать надо? Ну, торговать чем можно здесь? Нет, в Новый год вообще ничем нельзя торговать. Надо раздавать бесплатно. Ну, какого-то сделать там, типа домик Деда Мороза, приглашать детей, что-нибудь там устраивать для детей в люльке. Я думаю, что это была бы оправданная тема. А так просто стоит теремок и стоит. Так вот, я тогда увидел, по-моему, там была то ли баня, то ли что-то такое, здание древнее. И оно... И там такой штрих-код вот прямо на этом здании. Ну, сейчас, знаете, на храмах даже этот штрих-код. Я когда глянул на это дело, ну, только, видимо, оно появлялось, я обалдел. В глаза прямо так это бросилось все. И, как это сказать-то, ну, когда смотришь на это, что-то такое, как бы, что-то такое внутри, как бы, переворачивается. Душу это все томит, это крутит душу, переворачивает, это ужас. То есть как будто бы смотрю ужастик, глядя на этот штрих-код. Я тогда понял, что что-то в этом страшное. И вот вам домик тоже стоит. Тоже со штрих-кодом. Вот такой же штрих-код будут на лоб лепить. Вскоре. Потихоньку к этому идут, тянут лямку. И задача будет твоя и моя. Отказаться, либо принять, либо отказаться. Ну, так большинство, конечно, примет. Господь говорит, найду ли своих-то, когда явлюсь. Ну, второго пришествия, когда будет, найду ли своих. А хрен, не найдешь. Считанное там количество людей будет только совсем мало. Совсем мало. Кто не примет печать, вот в чем дело. Люди выберут хлеб. Вот и говорит. Ты, говорит, уже выбрал, ты уже там, типа, это самое выбрал. Это уже хлеб выбрал уже. Да нет, это только звоночек был для меня. Я когда шел туда получать права, я молился, говорил за Господом, говорю, Боже, дай знак. Понять, что это все дурно, что это... Дай знак, мне это надо или нет? Так он, знаете, какие знаки? Не знак, он знаки мне дал. Во-первых, как только вхожу, мне сразу... Там это намордник на день, там это. Я начал с ними бодаться, ругаться. То есть до этого я приходил, по-моему, раз или два до этого. И никто ничего не спрашивал. А тут это сделай, это сделай. И потом уже сижу это, возле этой кассы-то, блин. Женщина мне это говорит. Возьми это там, опрыскай руки с баллона. А на баллоне написано 666. Три шестерки на баллоне. Я выругался немножко, так сказать, на нее. То есть столько было притонов препятствий, что я обалдел. И, ну, раз уж я решил, как бы, ну, надо мне права. То есть это не то, что вы говорите, уже принял. Не-не-не, на лоб. На правую руку и на чело будет начертание-то. А тут как бы это просто как бы такие ступеньки. Конечно, нежелательно, я так понял, потому что я обалдел, сколько было... Мне знаков дано, я просто обалдел. Что дальше уже не, больше ничего нельзя принимать. Ну, имеется в виду дальше, что дальше там паспорт хотят, типа карточки сделать. Потом уже скажут, ну, чтобы паспорт не потерять, давайте, удобнее, мы на руку напечатаем сразу этот код. То есть код-то вот он недавно так появился в нашей жизни, этот штрих-код, начертание. Оно, так сказать, не было его раньше, и вдруг оно как бы появилось. И все, сейчас вот потихоньку внедряют. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно.
и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали, все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Отгорели зарницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя.